приобрел семена африканской подсолнечной хризантемы. Провел обеззараживание. Для этого семена, вот так вот они выглядят, поместил в слабый раствор марганцовки розовый. Они там полежали у меня где-то полчаса. Вынул оттуда, расстелил на бумажное полотенце для подсушивания. Теперь семена готовы к посеву. Теперь наша задача подготовить емкость и грунт для посева. Взял вот такой стаканчик, проделал там дырочки внизу, на дно устелил дренаж, купил универсальный грунт, добавил туда диатомита, перемешал все, грунт обеззаразил. Для этого поместил его в духовку и выдержал при минимальной мощности где-то 30 минут. После этого остудил его, добавил в емкость для посева, обработал раствором марганцовки грунт еще дополнительно для обеззараживания. Все, теперь у нас семена и емкость готовы для посева. Семена высеваются поверхностно. Мы сейчас их поместим по поверхности, уплотним и будем производить полив. Произвел посев семян, немножко их прижал пальцем. Получилась вот такая вот у нас емкость с семенами. Теперь нам необходимо их полить. Поливать будем из поливизатора. Вот таким образом, аккуратно. До полного увлажнения. Ну, вот этого будет достаточно. Затем я соорудил тепличку из обычного пакета для создания парникового эффекта для лучшего прорастания семян. Что нам необходимо сделать далее? Далее мы поставим высеянные нами семена в теплое светлое место и будем ждать появления всходов. После появления всходов мы их будем пикировать. Пикировать будем, когда появится два крупных семидольных листка. При этом время до посева будем ежедневно проводить проветривание. На 10-15 минут будем снимать этот пакет, чтобы не произошло заплесневение семян. Ну все, будем ждать всходов.